Ребята, всем привет! Вот все мои ПСПшки. Одна на зарядке стоит. Это 3004, по-моему. Это 3008, это 3008. Это PSP Street. Ну, это PSP Go. В самом идеальном состоянии у меня. Она в полном комплекте. Экран вообще в идеальном состоянии, как новый, можно сказать. Вот. Кстати, вот по экранам хочу отметить, что вот обратите внимание, видите внизу вот это PSP Street. Это одна и та же игра, посмотрите разницу, вам, наверное, тоже видно. Metal Slug, вот видите, это 3000 версия, 3008. Ну тут уже, к сожалению, батарея садится. Вот, и посмотрите, как на стритке выглядит. Это же самая игра, то есть видно, насколько, под каким углом, насколько хуже экран. То есть видите разницу? То есть недаром считается, что 3000-я ревизия PSP-шек, пих, это самое лучшее. Вот они у меня, три штучки. Ну, единственное, только 3004, это считается, по-моему, для азиатского рынка. А вот эти две европейки, это для нашего рынка. Кстати, PSP Go тоже, по-моему, у меня европейская версия. Надо посмотреть, не помню точно. Вот она, стритка. Ну, кстати, на стритке покажу. Вот, когда вот так вроде берешь в руки, ну, экран, кстати, да, не в идеальном состоянии. Покоцанные, поцарапанные, мелкие царапины. Настритка. Нет, в принципе, если вот так, то идеально играть на ней тоже. Но разница, я говорю, между 3000-й ревизией и стриткой в экранах, она, конечно, есть. Ну и плюс то, что у стритки, видите, вот здесь один динамик. Когда у 3008... У этой версии у нее уже два динамика. Вот слева, справа, стерео. Я, кстати, не обращал на это внимания, но разница в экранах, да, она есть. Но она не сказать, что прям существенная, потому что когда играешь, привыкаешь, и особо как бы разницы нет. Но вот сейчас я заметил, что все равно видно разница. Какой-то более темный, что ли, экран у стритки. Но при этом, если смотреть вот так, то есть ну, нормально смотришь, как обычно играешь, то все окей. А если под углом смотреть, такое впечатление складывается, что у 3000-х, вот у этих всех версий, у них типа как IPS экран, а у этой TFT экран. Но на самом деле нет, экраны у них должны быть по идее одинаковые, но как-то они сделали, что у стритки почему-то экран похуже, похуже, конечно, да. Metal Slug, тут, кстати, антология. Сразу же несколько частей. Я даже не знал, что на PSP есть пятая, четвертая часть. Я думал, там до третьей части. Потому что у меня на Вите тоже там какая-то часть была. Шестая даже часть есть. И все. Ну вот шесть частей. Вот можно... Давайте. Для интереса даже, кстати, шестую запустим. Сейчас звук добавим. Ну и вот эти кнопки, конечно, на стритке, они меня подбешивают. То, что вот они такие вот не очень удобные. Ладно. Играем сейчас с одним динамиком. Вот именно вот этой передней, ну вот этой, я веду мне кнопки вот эти. Эти-то они такие же. То же самое. На изи, на хард не будем. Ну вот, кстати, даже можно, вот смотрите, вот она, пока батарея не села, я не знаю, успею, наверное, показать. Сейчас. Так, здесь звук пока офнем, чтобы он не мешал. А, к сожалению, не успел здесь показать, но я не подзаряжал их просто, ладно. Это у меня как раз долго работало. На тех просто нету этой игры. Просто показать. Ну ладно. Но я думаю, видно было все равно на камере. Так, нет. Все, короче, звук. Обратно добавляем. То есть вот так делаю немножко, да, экран, и сразу он затемняется. То есть, а если вот так, то нормально. Вот так. Вспышку можно выключить. Не мешало.
А, ну давайте, знаете, может быть, у меня, кстати, для примера, может, одинаковые игры есть. Сейчас посмотрим. Кстати, кому интересно, на 64 гигабайта карт памяти на стритке. Здесь очень много игр. Так что какие-то должны быть. Ну, кстати, вот Silent Hill, ну-ка. А тут есть Silent Hill? Нет, здесь Silent Hill нету, здесь GTA-шки, нет спиды. А, GTA, по-моему, тут была, да? Ну-ка. Или не было? GTA Chinatown. Так, а здесь... А, этой версии Liberty City нету, блин. Тут я не закачивал ее. Тут похожих нет. Так, а это, которая на зарядке стоит. Что тут у нас есть интересно? Тут Need for Speed тоже. Ну, тут 4 гигабайта карта памяти. Маленькая, поэтому мало игр. NFS-ки только стоят. Так что видите, какое огромное количество игр можно закачать. На 64 гигабайта он Sega есть, Dendy есть. Кстати, на Сеге прикольные черепашки-ниндзя. На Денди прикольные были, а на Сеге еще получше даже. У меня на третьей Соньке они были. Когда третья Сонька была прошитая, там тоже были эти черепашки. Так, как тут? Как тут треугольник? Нет, это не то. Так, нолик. Как назад-то сделать стрелочку? Что-то я уже не помню. Это, по-моему. Сейчас покажу даже. Сейчас. 5 сек. Ну, зато, кстати, на стритке что хорошо, то, что она батарею держит долго. Понятно, потому что она позже выходила по сравнению именно с 3000-й линейкой. Стритка самая поздняя. Ну и Go тоже неплохо держит. Но Go в таком состоянии сейчас практически не найти. Да и они реже всех продаются. Так, как тут быстрее? Блин, я опять не туда нажал. Зачем я нолик нажимаю? Так. Селик так не выйти. Ладно, сейчас секундочку. Вот, нашел их наконец. Так. Это звук. Канами. Ну, вот так, в общем. Ну, напишите, кстати, в комментариях, у кого какая PSP-шка. Есть ли, и была ли вообще, может, у кого-то была, кто-то уже продал. Вот. А мне сейчас что-то нравится, опять стали нравиться PSP-шки. Так вот, у меня есть разных ревизий. Ну, единственное, нету, да, у меня тысячная, это сейчас она в хорошем состоянии вообще не найти. Это толстушка самая первая. Ну, и двухтысячная. Двухтысячная у меня была, я ее продал, но сейчас, если найду, наверное, опять ее приобрету. Ну, 2000 тоже сейчас ее не часто. Сейчас в основном стритки продаются, это вот эти ревизии. Потому что они последние были. Вот. Так что вот так. Всем пока. Спасибо за просмотр.